Привет, мои хорошие, с вами Селена, и у нас влог сегодня будет. Я заказала сейчас себе суши, мои любимые. Сегодня вообще будет необычный день, потому что сегодня приезжает моя племянница. Я опять начинаю снимать только свой рот, да? В общем, приезжает моя племянница. Я сейчас поубирала дома. Я вообще люблю, когда приезжают ко мне гости. У меня какой-то открывается третья сила какая-то. Я начинаю быстро все убирать. Ну, во всяком случае, попылесосить, помыть полы, что-то так поскладывать сверху, да. Потому что мой малыш, он любит очень наводить бардак. Вот видите, я такая вся в ужасе у меня. Прическа называется домашняя. Бля, вообще. Черт, что? Я тут лазила, мыла полы сейчас. Малышня, ждем сестру? Да, сегодня пригласили моих брата с женой, пригласили куда-то, и они попросили впервые посидеть меня, ну, с Настюшкой и с Денькой вдвоем. То есть еще я сидела с Настей одна, но вдвоем нет еще. И для меня это, честно говоря, приключение, потому что это дети маленькие. Но я рада. То есть я это делаю все в радость, мне прикольно. Может быть, Кристинка еще приедет? Она как бы планирует приехать. Могла бы помочь мне с ними еще. Ну, я вообще думаю, что будет несложно, будет весело. Вообще, сегодня хотела видосы поснимать, но уже, наверное, не поснимаю. Дети важнее. Вот, сейчас я буду кушать суши. Ой, уже, кстати, ребята должны прийти скоро. В общем, порезвимся. А пришли суши. Дополнительно я, кстати, заказываю. Там, если от 850, по-моему, рублей берешь, то дают вот подарок еще. Сегодня я впервые заказала тут что-то облепиховое. Ну, напиток. Обычно я беру дополнительные суши, но суши у них делают в красной какой-то... В красном рисе мне, честно говоря, не нравится. А так у меня стандартный набор. Вот это, кстати, я впервые решила взять холодный ролл. Обычно я беру Филадельфию классическую и румяны. Ролл румяны мне очень нравится, он очень крутой. Ну и сладюшки, само собой. Люблю заказывать в Суши Вок, они у меня вообще здесь рядом, в принципе, есть, кто знает. Мне, в принципе, нравится, как они готовят. Вот. Так что сейчас перекусим. Я уже поела. Кстати, хотела сказать, что я смотрю сериал «Преступление». Сейчас 5-я серия, по-моему. Мне очень нравится, кстати, новый сериал. А тебе нравится? Дэй, ну не надо, пожалуйста, по компьютеру бить. Меня пугать? Да. Не надо меня пугать, мне тоже страшно будет. Ты виделся? Да. Настя напугала Деньку, Денька расплакался. Потом Настя извинялась. Сейчас она хочет, чтобы я вот эту штуку оделась на голову и пугала ее. Я говорю, мне не нравятся такие игры. Ну чего ты сразу забираешь у него игрушки? А? Нет, ее нет. Целых две вон у нас такие, а ты забираешь. Что за девочка такая, а? Вот, отдавай. Бери, Дань. Спасибо, скажи, Настя, сестричка любимая. Бери. Вот так, все. Играйся. В общем, отдыхаем. Аккуратно давайте-то. Да, вот у нас горит фонарик. Дэня, наконец-таки, мама, скажи, зажгла его, да? Вот Настя пришла и зажгли фонарик. В общем, спать укладываемся. Ну что, мои хорошие, день следующий. На самом деле, хотела сказать, а давайте выйду и расскажу, как я посидела с детьми. А пока я зашла в Fix Price, я уже вижу новинки, и поэтому не могу вам не показать их. Смотрите, вот что-то включили громко какую-то непонятную музыку. Типа «Мои ведьмы», да, наверное? Вот такая штука. Ну, 90-е, как бы. Многие говорили, да, что как из 90-е. Это я не знаю, что на самом деле. Музыкальная шкатулка. Не знаю, для чего она могла бы пригодиться мне. Вот такие вот интересные корзинки. Голубые, и зеленые и розовые. Одна штука 55 рублей.
Ну вот, в принципе, и все. Новинок немного было, но я вам показала все. Да, вот хочу сказать, что почему я вчера не доснимала, потому что просто я реально очень устала. В первый раз я оставалась с детьми и поняла, что им еще рано, наверное, вместе оставаться, потому что они друг другу мешают спать. Вот самое, что меня больше всего, чем я больше всего была недовольна, это тем, что меня оставили вечером, да, и получается, что Настя не спит, малому спать не дает. Вроде бы Настя бы и легла бы спать, но малой не спит, соответственно, она. Они начинают беситься, прыгать по кровати, в общем, совершенно, ну, друг другу спать не дают. И получается, что она так и не спала, и дождалась родителей своих, а малой уснул начало первого. И, конечно, это сбой получается, и он спать хочет, и, соответственно, отвлекается, и, в общем, вот в этом. И, ну, можно с ними сидеть вдвоем тогда, когда нет вот этого режима сна, то есть спать не надо никому. Вот, конечно, можно проследить, и то их вдвоих одних оставлять нельзя, нужно постоянно смотреть. То есть я ничего не могла делать, я смотрела за ними пристально, потому что Настя то напугает малыша, он заплачет. То, ну, она, конечно, постарше немножко, какие-то вещи понимает, какие-то нет. Вроде бы экспериментирует, да, с ребенком. Что-нибудь в рот ему постоянно даст, то, что нельзя давать. Вот, сколько раз мы ловили ее на печенюшку. Печенюшку дала ему, который нельзя. Такие раз-раз, а где? А ты не дала. Да. А я уже выхватываю изо рта у него печенюшку, шоколадную вафлю. Вот, поэтому вот так вот. Ну и, соответственно, понятно, моя племянница, но все равно не моя дочка, да, с которой я как хочу, так и разговариваю. Все-таки сдержанность какая-то. То есть я, например, могу своего Деньку, там он что-то делать, я говорю, так нельзя, все там, ну как-то, да, сказать. А вот я понимаю, что Наське я так не могу сказать. И она, видимо, это чувствует и, соответственно, пользуется этим. Начинает устраивать свои козни, не слушается где-то. В общем, дети, 2,5 года. Вот это меня ждет с Денькой. Так, сейчас Кристинка, она что-то пошла брать. Печенюшки какие-то она пошла брать. И мы идем в магазин взять для малого всякие вкусняшки, приколюшки. Что-то я есть хочу. Мы с моей Кристюшенькой, красотушенькой и Даниэлькой, трототелькой, вышли погулять. Мы вот с Кристиной не накрашены вообще. Ну-ка давай свет поймаем. Мы вот красотки, гляньте какие. Зачем нам краситься? Девочки-припевочки. Губы накрасила светлыми. Сейчас мы идем гуляем в парк и, в общем-то, малого выгуливаем. Мы вернулись, в общем, погуляли и вернулись, потому что Кристинка продолжает делать мне подарки. Вот она ходила там, переодевалась, продолжает делать мне подарки, хочет купить мне штатив. Мы едем выбирать. Че, вообще? Все дело, закрыла двери? Да. Ну, молодец, поехали гулять. Шоколадка. Шоколадка? Киндер. Настоящий? Подожди, они... О, это я малой покупала, они забыли, видимо, забрать. Нет, я ее сейчас чуть-чуть... Ну, брось куда-нибудь. Идем мы по Меге, и я думаю, ну кто же нас так радует музыкой? А это Сваровские. На саксофоне играет парень. А мы сейчас идем в видео ДНС Медиамар смотреть на штатив. Кристинка вон с малышом там. Крестная наша. Пошли в видео смотреть штативы. И везде на ценниках отрезана рабочая высота штатива. А для нас это очень важно. То есть компактность штатива и высота рабочая. Самая важная вещь отрезали. Ну, вообще, ну, в 5, блин, штативах я решила пойти в другой магазин. А не интересоваться, какой свет красиво. Так, надо губы накрасить. Но мне вообще нравится, когда губы бледные. Теперь оно зафиксировано. Ой, вы мне включили. Можно его даже с собой вот так вот брать, да? У меня на моем не было.
Ну, это такой чехол, он как бы простенький, но зато там вода не попадет. Хорошая. Еще и зато вода не попадет. Ну да, такая там ткань, она кажется чуть-чуть ее, ну, как-то, скажем, задерживает воду. Он как бы не считается водонепроницаемым, но все равно он вроде защитный. Крис покупает мне штатив. Моя Крис. Моя Крис, покупает мне штатив. Вечный праздник. Давай. День рождения продолжается. День рождения. Спасибо. Мой зайчик. Ой. Ой, куда бы мне его теперь засунуть? Вот сюда положу. Ну все, теперь все видео заиграют новыми красками. Спасибо. Какая грусть, что ты, Кристина? В общем, день рождения продолжается, Крис делает мне подарки, а я проставляюсь. Я снизу сверху. Куда пойдем? Пить есть. Мне не нравится, как я выгляжу. Нормально, вот серьезно. Давай вот так. Так лучше? Вот там... Да. Да нормально выглядим, не накрашенные девчушки по 18 лет. Че, куда пойдем покушать и поесть? Я сама, я кекс съела сегодня. Селена готовила кекс. Все? На сегодня. Семечко. На сегодня все. Семечки, кекс. Время уже 6 часов вечера. 6. Не могу. Крис, мне нравится, как она выглядит. Потому что я специально светлое губное накрасила, потому что захотела. И губ вообще... Короче, пойдем искать, в общем-то, что мы хотим покушать, где присесть, потом вернемся. Просто отразительный свет, я не знаю, что со мной, я каким-то стала... Отразительный свет... Подожди, посмотри, у меня вообще какие-то... Приятного вас. Спасибо. Отлично выглядит. Давайте, я тоже покажу. Под этим светом. Да. Ну ты хорошо выглядишь. Да, и ты тогда хорошо. А я вообще не пойму, что... Ну ладно. В общем, мы решили зайти в кафе. Не буду говорить, какое, мы уже здесь сидели много раз. В общем, вот эта мне штука нравится, мы взяли с Кристинкой. Ну и я думаю, мы ей найдемся, но еще сушки решили взять, как бы догнаться, да? Чай у нас офигенский, клубничный. В общем, мы празднуем мой день рождения. Да. Продолжаем. Все, приятно. Провожаем тебя в Крым. Провожаем в Крым, да, последние деньки остались и уже улетаем. Все, приятного нам аппетита, а потом мы подумаем, что делать, что-то я разошлась, хочу погулять. Мы пришли домой, в общем, сейчас я буду доставать штативчики, купила подарочки своим родственникам, как поедем в гости в Крым. Вот, в общем, сейчас все будем разбирать, купаться, пить чай с Кристюшкой. Наверное, я не буду еще выключать, да, еще завтра что мы будем делать, посмотрим, оставлю еще. В ложек, да? А потом попрощаюсь и уже будем снимать поездочку мою. Короче, мы купили одну из игр, я решила ее протестировать. Ну, ребенку же все-таки везу, да, там. И мы решили протестировать, как мне играть, вообще удобно, неудобно, чтобы я уже знала все правила. В общем, мы с Кристиной решили поиграть. Так. Не, он ничего не взял. Он может подавиться чем-то. Просто кашлянул. Я тебе кашляну, блин, маму пугать. И вот мы берем карточку, мы играем вдвоем, там, конечно, играть надо побольше. В общем, мы подготовились. Вообще, мы тут лежим как бы в домашней одежде. Но я Кристину заставила прикрыться. Итак, так, ты берешь, да? И вот опять вторую, короче. Ты хочешь вторую? Ты... Да, я хочу опять вторую. Только сначала ты подготовь, а потом я включу время. Легкотня? Поехали? У нас еще время есть. Какое? Желтые. Давай. Тюльпаны? Тюльпан? Я угадала, ура! Я продвигаюсь на две позиции. Так, вот у нас тут фишечки. Я продвигаюсь. Раз, два. У меня написано 5. Слушай, что значит 5? Это только пятую, значит. Только пятую ты потом мне будешь объяснять, поняла? Так, теперь я. Говори цифру. Цифра будет... Что ты так долго думаешь? Крис, задание там целое. Давай. Ну давай третью. Третью. Третья, это значит, я должна жестами, блин, показать ей слово, которое у меня здесь написано. Жестами.
Я попробую. Время пошло. Мост. И бинго! Мастер! Я мастер просто жестов. Так, Кристина продвигается на 3 вперед. Она уже вообще-то меня побеждает. Так, малышня, ну-ка быстро отсюда. Она продвигается на 3. 1, 2, 3. Потом я ей буду объяснять только 4. Вот она, 4. Так, а она мне должна сейчас объяснять 5. Держи. 5 это я должна задавать вопросы, короче, ей. А она мне только говорит, да или нет. Ну что? Поехали. Время пошло. Это человек? Нет. Это животное? Нет. Не человек, не живет. Это из природы? Нет. Вообще такое абстрактное. Это время года? Нет. Это так, предмет? Ну да, вот не предмет вроде бы как бы. Нет? Ай, там 100 пудов какие-то такие сложные названия. У нас были до этого кентавр, понимаете? И что там было еще? Ты мне и медуза, охренеть, как это надо или нет. Так, это из ткани? Бывает, да. Не предмет, но бывает из ткани. Это приятное или неприятное? Время заканчивается. Да. Это приятное, бывает из ткани. Все. Крис, ты что-то там придумала? Ну и что это? Логотип. Ёптель-моптель. Вот как это объяснить, а? Ладно, мы, короче, будем играть дальше или нет? Подожди, сейчас 4. 4 это нарисовать. Ты мне должна нарисовать. Я должна нарисовать, посмотрите, сейчас под номером... Под номером 4. Должна я нарисовать под номером 4. Сейчас нарисую. Это несложно, мне кажется. А где наша ручка, Дэнь? Ты куда-то ручку делал, зай? Да ты спрятала. Нет. Уже грыз, а ты убрала. Сказала, нихуя это не игрушка. Я вот это вот Кристина нарисовала, я думала, что это Дэнин. Думаю, нифига себе, Дэнька у меня рисует, хотела сказать. Это Кристинка рисовала. Ветерок. Ветерок. Ветер рисовала, девка. Не знала. Вот он. Как бы вы нарисовали ветер? Смотри. Сад? Нет. Деревья? Нет. Листва? Природа? Роща? Сад? Тропинка? Это было деревянным. Тротуар? Дорога, проезжая часть, дорога, тротуар, газон, мост, проезжая часть, трасса, пешеходный переход, проезд. Почему именно такая конструкция? Перекресток. Корабль. Время! Дилин-дилин! Бордюр это! Офигеть! Офигеть! Что это? Сложная игра. Бордюр, нужно было дорогу шире нарисовать. Маленький бортик вот такой. У меня мало места. Мои хорошие, давайте я с вами попрощаюсь, потому что опять несколько дней я кидаю его влог, и я просто боюсь, что опять он будет большой. А я не хочу загружать, пусть лучше меня не хватает, чем переизбыток меня. И так видео каждый день. Сейчас, конечно, видео будет не каждый день, потому что пока поездка, и вообще нужно немножечко отдыхать, возможно, видео станут у меня через день. Но посмотрим, я все собираюсь, и все никак не могу, каждый день делаю для вас видео. Все, я с вами прощаюсь, люблю вас, целую, и уже следующий влог, сборы, поездку и сама поездка. Все, люблю вас, до встречи.